Привет! Сегодня замечательный день. Сегодня я официально заявляю, что у меня в гостях один из самых молодых, самых модных и самых прекрасных людей на планете. Ну, если не людей, то хотя бы фифер. Он настолько моден и шикарен, что когда-нибудь в нашей стране появится орден «Зауженному человеку России». У меня в гостях фаворит! Дима, привет! Привет, Артём. Думаю, зрители тоже будут рады сегодня видеть бухающего школьника. Вы попали, друзья. Сколько тебе лет, напомни? Для зрителей или на самом деле? Для зрителей мне 8. Итак, мы играем в Майнкрафт. Кстати, если хотите, чтобы мы с Димой сыграли как-нибудь в Майнкрафт, естественно, пьяно, лайки и бегите к нему в личку, засыпайте его требованием. Я тебя засыпу. Давайте, засыпайте. Засыпай! На руках у меня засыпай. Аперитив тайм. FIFA — это вообще не самое важное, что здесь происходит. Да? Я пришел в FIFA играть. Это был пьяный фифер. Всем пока. Пока. Сегодня мы с тобой пьем алкоголь. И это мартини. Я слышал такую тему, что ты не пьешь. Сколько раз в жизни ты напивался? Говно или просто пил? Говно. Три. Просто пил. Четыре. Я поздравляю, сегодня будет четвертый раз. Ну мы, естественно, как настоящие аристократы, пьем мартини. Господи, ты что, наливать сок не будешь? Мы пьем мартини с апельсиновым соком. Я так же, как и Грозненский Терек, поменял название канала. Терек теперь Ахмат. Если вы думаете, я реально приписался к хайпу грозненцев, то нет. Если Ахмат это чай, то я не чай. Если вам нравится название, ставьте лайк. Если не нравится, ставьте 2 лайка. Ну ты фанат Ливерпуля. Ну. Давай Ливерпуль ты возьмешь. Я разрушу все твои мечты. Уничтожу его. Я возьму Челси, потому что Челси, помню, унизил пару лет назад Ливерпуль, когда Джерард подскользнулся. Но в этом сезоне, кстати, Ливерпуль ни разу не проиграл Челси. Но Челси чемпион Англии, поэтому... Что там говорят внизу? Не слышу. О, у меня еще есть Оскар. Так сказал Леонардо Ди Каприо, недавно проснувшись с утра. Академия не забрала? Прикольно. Итак, правила игры. Если забиваю я, то пьешь один ты. Ну, если да. Забиваешь ты, то пьем мы оба. Давайте играть в футбол. Блин, я Терри не убрал, у меня же Терри дико медленный чувак Ой, брат, с Кейхелом, блин. Это чё? Господи, боже мой, почему они в мячах путаются? Слушай, а ты не умеешь играть в футбол, мне это нравится. Опасно играешь с огнем. Да ты не огонь. Ну и ты не игрок. И погнали. Нет, не погнали. Ой, ой. Ух ты. Не, ну и чё, почему никто не ё-моё, куда там мяч улетел? Очень высоко полетел, слышишь? А это ты видел, что произошло сейчас? У тебя команда сильней. Ух, блин. Я почувствовал, что я... Он закровоточил. Я почувствовал вкус крови. Не, а почему офсайд-то? Вот пошел. И вот стоит у тебя на линии Клайн. Причем тут я вообще? 4 игрока стоят за мной. Какой офсайд? Я пить не буду, не думай даже. Мне насрать, это ошибка судьи. Я-то при чем тут? Пусть он пьет. Давай доставай его. Слушайте, я 2 сезона терпел, что у меня перекладины, штанги. Но чтобы, блин, офсайды какие-то левые придумывали. Что это происходит? Где, куда смотрит наше руководство? Где все? Я же больше не забью никогда. Я забью на пьяного фифера быстрее, мне кажется. Да хорош навешивать, чего вы все навешиваете-то против меня? В чем смысл вашей игры? Ты небольшого роста, что еще нам наделать? Школьника разнесло с полурюмки мартини, смотри, без регистрации, смс. Ладно, первый тайм, ты выдержал. И ладно, я там пропускать. Я выдержал? Ты выдержал тот тайм 100%. Давай выпьем. Следующая рубрика «Тост от фифера». Сейчас будешь произносить тост, но я тебе буду говорить 4 слова рандомных, и ты эти 4 слова должен впендюрить свой тост. Шикарно. Дебил. Готов? Так это слово было или это я дебил? Это было слово. А я думал, я дебил. Дебил, майонез, Польша, краб. Итак, уважаемый дебил.
Я хотел бы сказать, что Польша, захваченная крабами, была великолепным дополнением к нашему майонезному соусу с ветчиной. Мы с тобой взрослые люди, ведем себя прилично. Если понял, рыгни. А ты знаешь, как я готовился к этому матчу? Как? Сейчас покажу. Как я готовился? И это тебе не просто FIFA. Это топ-11, ты понял? Это тебе не всякая вот эта фигня, которая там вот эти левые офсайды засчитывает. Я не хочу пить, отстань. Я хочу пить, отстань, привет. Что ж такое? Ой, Никит. Началось. Никит, я только что Никита назвал. Си! Так, ты забил, пьем оба. Слушай, давай матч 0-0 закончи лучше там. Просто пропусти, и все. И будешь пить один. Какой у тебя талант? У меня талант. Ну, Гудмакс и пение, например. У меня нет талантов. Прекрасно. Я тупой быдло. Давай. Я Гудмакс сказал, вспомнил, знаешь что? В жюри в голосе была Пелагея. А мы чего не было, например, молотка лесбиянки? Пелагея есть, а молотка лесбиянки почему нет? Почему? А FIFA играть, а? Давай. А, ты пропустил неудачу. Да я тебя разорву. Ты сейчас будешь не фаворит, а аутсайдер. Ты понял меня? Надо пройти по... Нет, только не удар по воротам. Секунчик. Я не хочу пить, отстань. Секунище. Секунильдо. Ну ты бухой, конечно, слушай. Ой-ой-ой. Нет. Можешь сам, разорому. Ничего ты не можешь. Я не знаю, как это комментировать. У меня уже язык начинает выворачиваться. Забра. Ну ты и Лошенда, конечно. О, Марена, лучший левый защитник в мире. Тихо! А Клаван лучший центральный. Ушел, освободил, за Рому! Ой, ё-моё! Я еще сделаю. Обосрись! Ой. Хорош. Спасибо, что пришел. Спасибо, что обыграл. Подписывайтесь на канал Димона. Подписывайтесь на канал Темничаева. Спасибо. Пока.